Доброе утро, всем приветики. Вы проснулись, мы балуемся. Какое сегодня число, Влади? Какое? Я спросонья не помню. Сегодня у нас пятница, сегодня у нас 9 июля. Кто-то хочет жракать, да, намекает мне прям прямым текстом, что давай, Лена, есть. Миска пустая, а ты тут ничего не делаешь, ничего не предпринимаешь. Коля ушел на работу. На улице опять тепло, мы еще досыпывали, он ушел, закрыл нам двери, мы спали еще целый часик. Так, о, плюс 21, что? Кстати, вчера мы вечером с Глэди наблюдали за решкой, решка прилетала. Было такое яркое солнышко, ярче даже, чем сейчас, сейчас его практически нет. Сейчас я вам покажу. Ну, Резка. Привет, моя хорошая. Иди на окошко. Иди, я насыпала еду. Ты слышишь мой голос? Ты слышишь? Давай, перелетай. Пока никого нет. Давай. Он на лапке зелененькая. Опа. Вот она, Резка. Я голубей сейчас не кормлю на подоконнике, потому что лето и еды много. Но когда прилетает Резка, я все равно насыпаю, чтобы она знала, что здесь ее ждут и здесь ее накормят. Да? Кушай, не бойся. Она такая трусливая гулечка немножко, но девочка на то она и девочка. Давай, жуй. Давай, я как обратила внимание, что Решка прилетела, смотрю, Глэди сидит на диванчике, смотрит в окошко. Решка сидела вот там, где сейчас сидит, я насыпала корм, она слетела, сейчас вот вернулась и клюет. Это Коля зевал, я не знаю, слышно было или нет. Зевает, прям он у нас громко. Ну, вот так вот мы клюем. Время, знаете, сколько? Время 21:40. Без 20:10, да? А на улице яркое-яркое солнышко. Яркое-яркое. Как я рада, что купила эти шторы, которые делают нам теперь ночь в спальне. Клюем. Никого нету, соперников нету. Гульки сначала прилетали первое время. А потом, когда поняли, что я перестала насыпать, перестали прилетать. Да, Глэди? Только не гавка. Она, кстати, на голубе она лает. Только не лаять. Твоя гулька, да. Ты ее мне узрела. Смотреть можно? Лаять нельзя. Пускай покушает. Чё? Модра такая. Модра. Нет, даже не до меня. Ей даже не до меня. Там дичь сидит. Там дичь, да? Ну, вся. На стрёме. Охотник хвостом не крутит. Ну чё, кушать подано, извольте жрать, пожалуйста. Давай. Сейчас за секунду плетет, просто мигом. Интересно, сколько грамм в этом пакетике надо взвесить? А? Сколько там у тебя грамм вкусноты? Вот так вот заглатываем. Да давай, я тебе не мешаю, ешь. Я, допустим, если даю ей куриную грудку, филе, просто режу кусочками, такими. И она тоже съедает нормально. Там у нее вот тоже нарезанное, но мелко. Мелко нарезанное. Саша заказывает у какой-то женщины. И эта женщина делает эти пакетики. Там ассорти, я уже, по-моему, говорила, грудки. Или не грудки, просто филе куриное, знаете, съела. Индейки, курицы, потом какие-то... Овощи обязательно надо, конечно. Что ж это на мясо? Она, кстати, что у меня ела? Морковку она ела. Огурец, кажется, ела. Что-то еще она ела. Так хватит на меня скакать. Слушайте, нет, сегодня не 9 июля. Сегодня 8 июля. Это, видимо, Коля утром встал, передвинул фишечку эту. Я встала, передвинула фишечку. Сегодня 8, потому что если было 9, то у меня 10-го был бы выходной. А так нет. Мне еще сегодня работать и завтра работать. Взяла камеру и сижу, наблюдаю. Сушка хочет дружить с собакой-барабакой, с Глэдис. Вот они нюхаются. Глэдис скачет. Так. Суша пыталась даже прокопать дырку. Нет, со свиньями ты не будешь дружить. Иди вон к шиншилле, она за стеклом. Сушик,
Ты дружелюбная. Глянь, кто там. Ну, ты ее боишься, да? Ты ее боишься, эту шиншиллу, правильно, бойся. Так, понюхаем, отскочим. Ну. Сусек, ты грозный зверь, да? Ты грозный зверь. Что? Дружить надо. Могу и того снимать, а? Сусечка. Лена так на работу собирается, да? Ну все, вам надо дружить весело, да? Не, конечно, собаки дружат и с шиншиллами, очень хорошо дружат. И, возможно, даже невозможно, а, скорее всего, и эти бы дружили. Но лучше пускай будут на расстоянии, так через стекло играться. Да, свинья? К свиньям тоже не подпускаю, когда я тут. Собака со мной рядом. Комната со свиньями закрыта. Закрыта, да. На замок. Зуем. Рыжуля какой-то такой легенький, но он всегда не отличался особо аппетитом, легенький. Я вот сейчас беру на руки его постоянно, я же каждый день его беру, каждый день проверяю. Вот, стала опять давать ему капельки, вот эти вот, которые врач прописал после операции от цистита, от почек, от пилонефрита. Вот, потому что я посмотрела, он пописал, и моча была розовая. Возможно, это от еды, не знаю, но решила ради профилактики еще попоить ему капельки эти. Возможно, идут еще камушки, какой-нибудь камушки или песок, не знаю. Короче говоря, вот так вот. И он худенький, он все равно не поправляется, так как утришка. Вчера дала еды, поел немножко, залез в конверт вечером. Тришек пока не набил себе пузо до отвала, не успокоился. Да, но я себя успокаиваю тем, что Рыжулька никогда не был у меня толстый. С самого начала он такой какой-то вот не сильно жирнюхонький. Наверное, такая конструкция твоя, да? Конституция, вернее. Ну, цедавки, к вам еще подойду и все, и пойду собираться. К вам еще подойду, по тыблоку дам. Что-то не то с удовольствием яблоки, то так себе. Вот так вот. Сегодня нормально, сегодня едим. Видимо, когда сытые, яблоко не хотим. А когда голодные, что там, еда есть у вас, ну уже повыбирали. Что раньше так хорошо, Шушка, эти шарики ела, ты будешь. А сейчас вот не очень. И, кстати, вот это все уже выбранное. Пыль какая-то, пыль дорожная, выкинуть. Ваша мыска. Мыска, я знаю, что миска. Но я люблю коверкать слова, я люблю это делать. Достала с морозилки порцайку, взвесила 105 грамм. Ну, пусть минус. Упаковка 100 грамм. Я думала, здесь меньше, но 100 грамм это нормально на завтрак. Что вы думаете? Лена, рукожоп, решила себе яйца пожарить. И где оказалось одно яйцо? Оно оказалось на полу. Я снова безлошадная. У меня что-то с колесом. Поэтому машина в автосервисе. А я буду сейчас вызывать такси. Что, с тобой разговариваю, пришла, да? Так, куда едем? На работу мы едем. Так, ну что ты, давай что-нибудь делай. Не поняла я. Куда едем? На работу. Давайте уже машину искать. Гледия, что там с приложением не то? Эконом, 400 рублей, вы что, озверели что ли с утра? Одуреть можно, я первый раз такую цифру вижу. А ехать надо. Сначала одну цифру показали, потом другую цифру показали. Ну вот так вот. Вот так вот без машины. Одни растраты. Сейчас за ремонт заплати, за такси заплати. С работы меня Коля заберет. А с утра... Это ценник. Ждем ответа водителя. Так, три машины я вижу. Еще чуть-чуть, еще немножко. Давайте. Соображайте. Ну, и что, никто ничего? Че, Глэдис, ну что такое? Где мои машины? Ну где? Идет поиск, а машин нету. Барабака, поехали на тебе. Поехали. Довезешь, доскачешь.
Ты же шустрая, мы быстро доедем. Все, решено, еду на работу на собаке. Все, поехали, запрягаемся. Ну все, посидела, наверное, минут я около 10. Даже за эту цену не хотели ехать. Загруженность, поэтому такой ценник. Ну ладно, что ехать надо. Какой-то Эльчин приедет за мной на красном Дастере. Все, собираемся. Все, Глэди, все, ты на хозяйстве, я пошла. И да, тебе повезло. На собаке сегодня на работу не еду. Я куда на стол? Эх ты, жопа с ручкой. Вчера совсем немножко не успела закончить зайку. Пока что вид сзади. А когда закончу, покажу и спереди. И вот она заюлечка. И вот она красотулечка. И вот она прелестница. Гляньте, какая прелесть. Вязала по той схеме, которую вязала Ларисе. Девочку и мальчика. Но нитки другие. Нитки как потолще. И зайка получилась побольше. Такая она классная. Такая она прикольная. Вообще здоровская. Очень мне нравится. Вообще настолько удачная схема этой зайки. Буду вязать таких зайк еще. У меня еще есть связанная зайка. Вязала ее не так давно, я тоже показывала. Но что-то мне в ней не нравится. Сейчас я ее немножко усовершенствую и вам покажу. Ну вот, сделала реснички, шарфик на шею. И совсем другое дело, совсем другая морда лица. Ну чего, все разъехались, всех из садика забрали, Лену не забрали, хожу плакаю, плакаю. Пока Коля доедет, еще минут 15 мне тут бродить, ходить. Было бы солнышко, хоть бы постояло. Не греметь меня, не перебивать. Позагорала бы на эстакаде. Вот. А сегодня солнышко где-то спряталось. Поэтому просто будем бродить. Тудым, сюдым, сюдым, тудым. А мы едем. Может быть, мырнуть, остановиться. Кстати, мурманчане у нас мыряют. Только немножко вода нагреется, все уже на озерах, кто самый смелый, особенно кто больше выпьет, тот сразу в воду. Так, это этим ты занималась весь день, да? Сидела на окошке, мы пришли, сначала пришел Коля, я заходила в магазин, Коля пережил бурю Глэдиных эмоций, потом пришла я, тоже пережила бурю Глэдиных эмоций, на камеру не снимала, потому что была с пакетами. Потом Глэди покушала, а потом кошка-пес залез на окно, то есть пока нас не было, ты таким образом развлекалась, да? Солнце светит, и мне плохо тебя снимать, отсвечивает. Ты таким образом развлекалась, да? Ах ты бардах, ах ты мордох такой. Ну сиди, сиди, на окне можно, чего ж. Раз тебе скучно, ты ж ничего не натворила даже сегодня, вообще ничего, кажется. Не, немножко посбрасывала, спросила Кулю. Синяя вот эта на полу лежала, Фэригет в раковине валялась. Ну это мелочи жизни, это мелочи жизни. Скажи, мне было скучно, я все посбрасывала. Я все посбрасывала, я вот такая, но я все равно умничка. Ты умная собака, да. Да, ты моя подружайка, ты моя холесенькая. Холесенькая, плегозенькая, за машину так и не звонили. Наш водитель проезжал мимо, сказал, машина стояла на улице. Значит, ей еще даже не занимались, скорее всего, или просто проверили, что там поломано, выгнали на улицу и будут покупать запчасти. Ну, неважно. Ладно, завтра меня Коля отвезет. Вот. Послезавтра будет видно, у меня выходной. Ну, вот, направимся как-нибудь. Целый день было невероятно душно. И к вечеру прям нахмурилась. Если вчера вечером было солнышко в окошко, сегодня вечером, даже сейчас время 5 часов. И вот так вот хмуро. Но хочется, чтобы пошел дождь, чтобы гремел гром, сверкала молния. Если так будет, я даже очень не против. А на улице сколько? 25 плюс. Тоже отлично. Я тут пообщалась сначала по телефону, потом вот так вот с сообщениями с Дуняхой. Она попросила мне собаку-барабаку сбросить. У Дуни очередной новый питомец. Она не может без никого. Во-первых, сегодня они были где-то на водоеме, она руками поймала рыбу, как она карасика сказала. Говорит, папа даже удочкой не может ловить рыбу. Ну, прикалывается. Не там он, конечно, ловил рыбу, не на отдыхе. Вот. Папа даже удочкой не может ловить, говорит. А я руками поймала, и вот такую жабку тоже она поймала. Сейчас это ее новый питомец. Ну, естественно, они в Мурманск его не повезут. Естественно, выпустят. Ну, вот такое вот развлечение. Зоолог мелкий. Решка, привет! Ты снова прилетела на ужин, да?
Еще и друга с собой привела. Хитрая ты какая, барыня, ну. Только вдвоем ешьте, пожалуйста. Гремит что-то. А, не, машина. Вдвоем ешьте, никого не приводите. Все. У меня тут кормежка как бы закруглена на лето. До зимы. А зимой будет видно. Грозы, кстати, не было. Солнышко, вот оно. Вышло к вечеру. Ветер дул сильный, потом перестал. Потом все распогодилось, и на улице стало ясно. И чего я сейчас буду делать? Помните, я показывала краску, говорила, что мне Анютка посоветовала. Вернее, не то, что она посоветовала, я заинтересовалась. Она пользуется вот такой вот краской. Это профессиональная краска для волос. У нее дальняя родственница работает парикмахерской. И она ей помогла выбрать оттенок. И Анютка уже давно красится вот подобной краской. Я тоже захотела попробовать вот этот вот набор Оксигент, и вот эта вот штука стоит 250 рублей. Аня мне купила перед своим отпуском. Мне чем нравится, вот по ее рассказам, во-первых, стойкая краска, во-вторых, цвет красивый, всегда у нее насыщенный, но у нее, естественно, не рыжий, другой цвет. В-третьих, когда она говорит, после повторного мытья головы краска уже не течет. Если я покупаю краску, ну, обычно в улыбке радуги, моешь голову, потом в следующий раз краска течет, потом в следующий раз краска течет, полотенце пачкается, и это не настолько критично, но мне это не нравится. И хочу сейчас попробовать, посмотреть. Она мне выбрала оттенок под мои волосы, там мне снимала видео, сбрасывала, мы там выбирали, потому что рядом с домом у меня нет профессиональной вот этой вот не косметики, а как, ну, короче, профессиональных этих средств для волос, поэтому попробую, посмотрю, если понравится, буду переходить на вот это вот дело. Кстати, Глэди у меня часто убаюкивает Колю, сейчас мы с вами подглянем. Я никак не стала комментировать, чтобы Глэдди не подскочила, пускай отдыхают. Пока краска у меня на голове, я занимаюсь кашеварением. Здесь будет супчик с говяжьей косточки и со свиной. Слушайте, не помню. По-моему, говяжья. Вот здесь просто отварила куриные филешки. Курицу буду есть и так. И есть просто с бульончиком. Это для Коли мясо свинюшье. Ну и все. Говорю тихонько, потому что Коля спит, сами видели. Видео на сегодня буду заканчивать. Всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео.